В Люберецкой областной больнице продолжают расширять спектр оказания хирургической помощи. Врачи регионального сосудистого центра и специалисты отделения сосудистой хирургии выполняют совместные операции. Они жизненно необходимы больным с многоуровневым поражением сосудов, а для пациентов с синдромом диабетической стопы могут стать спасением от ампутации. Об одной из таких историй готовы рассказать мои коллеги. В одной операционной два хирурга, сосудистый и рентген-эндоваскулярный, выполняют гибридную операцию на артериях бедра и голени пациента, страдающего сахарным диабетом. Из-за нарушения кровотока у мужчины начался некроз нижних конечностей. И благодаря совместным усилиям врачей нога пациента будет спасена от ампутации. Сначала выполняют первый этап сосудистые хирурги. Допустим, пришивают шунт в артерию. И после этого мы ниже шунта открываем артерии и выполняем баллонную ангиопластику. Это полезно для пациентов с многоуровневым поражением сосудов. В нашей клинике на данный момент производятся все виды оперативного лечения, такие как открытая операция, это шунтирование на нижних конечностях, малоинвазивная операция. Патологии периферических сосудов, сонной артерии и артерии нижних конечностей – распространенные заболевания. Лист ожидания для таких больных расписан на 2 недели вперед. Тактику лечения каждого пациента определяет консилиум врачей из нескольких отделений Люберецкой областной больницы. Оказать медицинскую помощь здесь готовы жителям со всего Подмосковья. Луиза Игязарян, телеканал ЛРТ.